Всем доброе утро. Время 7:20. Я собираюсь на работу. Видите, какой шишак навела. Так, я охота была вставать. Сейчас с собой обед возьму. Так, на обед у меня рис с той курочкой и айва. И брюссельская капуста, вот. Все вспоминала, хорошо, мне поправили. Я думаю, что-то не то я говорю. Возьму хлебцы с собой. Ой. Не скажу, что я прям худею, но все же от хлеба отказываюсь. Думаю, два кусочка мне хватит. Смотрю, минус 4 градуса у нас всего. Минус 4. Уже пахнет весной. Уже из теплых штанов вылезла, одела такие потоньше свои. Трикошечки. Сегодня будет жаркий день для нас. Цветов навезут. Ну, вот этих в букетах. Уже скидывали 750. Ой, что я печку включила? 750 букетов тюльпанов только. А еще там помимо другие цветы. Красная помада. Настроение нормально. Нормально, но будет еще лучше. А на улице-то ветерок, хоть и показывает минус 4. Это еще с утра. Пошла на остановку. О, ребятули, девчули, я тут с вами. Устала не могу. Ну, в плане как устала? В принципе, можно сказать, устала. Цена рода пипец была. У нас, значит, одна не смогла выйти, блин, коза. Хотя бы с вечера. Мы сегодня всего трое на кассе. То есть сегодня два старших кассира и просто кассир, который из новеньких. Но она, в принципе, уже ориентироваться как бы нормально. Но все равно какие-то вещи там, допустим, подсказывать надо. И главное, психует. Вот я не умею. Блин, так ты думаешь, ты сразу все это научишься? Нифига. Девчонки, у меня сегодня опять про работу. Раз у меня сегодня работа. Мне такие, ой, что-то такая красивая шишкой, блин. Я думаю, а у меня сегодня вот как на бок чик повелась. Ой, блин. Я говорю, ну, конечно, когда было холодно, шишку эту не оденешь, потому что шапка, еще капюшон надо. И она получается вот такой колокол. Ладно, там когда одна шапка еще куда не шла. Ой, блин, девчонки, домой. Завтра еще один день работу и на выходные. Меня утешает, знаете, что? Что 8-9 я отдыхаю. А, сегодня поздравлялки, сегодня, короче, это... Тоже мы с Леной сложились... Администраторам подарили, короче, по коробке конфет и директору. Ну, завтра я буду директора тоже поздравлять. Ну, то есть от нас с Леной. Вот. Ну, коробочку такое вдохновение купили. Ой. И так деньги, блин, уходят на все. На эти праздники. Так. Все, я одеваюсь. Все, слава богу. А, сегодня, знаете, что зараза? Принтер, блин, что-то лагает у нас в кабинете, в нашем. Я начинаю касаться, распечатывать, а он пишет, что-то, короче, с настройками, что-то связано. Думаю, начинается. Лен, что, все?
А сейчас вечером я-то, как сказать, касса осталась закрывать, а Лена пошла в главную кассу. Блин, не могу на свою-то одеть. С компьютером. Короче, там наша программа не дает анализ продаж сделать, который мы каждый вечер пишем, смс-анализ. Прикиньте. То есть, короче, то одно, то другое, блин, начинается. Сегодня столько букетов продали. Вчера, оказывается, у нас продавались эти, как они, мимозы, правильно называются, мимозы. И сегодня ход спрашивает. Я говорю, мне кажется, вряд ли их привезут. Раз сегодня только одни тюльпаны навезли, нету мимоз. И не будет, скорее всего. В том году тоже, я помню, эти мимозы. Их всего один день привозили, и все, их бахом. Лен, что, все? Ладно, мои хорошие, закругляюсь. Я уже дома. Паша картошечки нажарил. Котлетка вчерашняя, которая готовила. Салатик только непонятный, или как мы сделали? Салатик непонятный. А, дайкон построгал. Потер на терке. Оставалась помидорка. А что ты кальраби не добавил? Я тут не добавлял, там где круглая какая-то фигня лежит. Фигня какая-то круглая. Кальраби, это капуста такая. Дайкон, капуста, горошек и помидорку. Вот так. Такой чисто домашний. Майонез с маслом, с майонезом. Я майонез добавил. Я тоже с майонезом. Сейчас выхожу с такси. Скользко, зараза. Днем было плюс 4, да? Ну, таяло, таяло. Все таяло, прикиньте. Сейчас выхожу с такси, чуть не подскользнулась. Прям вот где лужи были, лед. Не, ну плюс 1-2 было тут. Угу, приятного аппетита. Сегодня Аня ходила на собеседование в ВТБ. Центральный офис, который у них на Кирова 58А. Ну, вот это пристройка, кто в Новокузнецке живет. Должны знать. Короче, они беседовали, наверное, минут 40. Она мне сейчас все уши прожужжала. Я говорю, Аня, да, я отдохну, блин. Бода. И ей сказали, они удивлены, почему она такая спокойная. Что, типа, знаете, вот, есть, ну, там, с ногтями уже, ну, такие уже, как созрелые девочки. Ну, в принципе, для этого возраста нормально. Она такая еще у меня, одуванчик. Что осознанно подходит, ну, допустим, там, мышление, вот все такое. Вот. Как бы у них там еще был, с одним они должны были беседовать. И потом после 9 марта, по-моему, если что, ну, или как сказать, позвонят, скажут результат. Так что Аня в надежде. Посмотрим. Ну, они там также обучают. Ну, то есть не то, что вот как учение, да, проходит, а еще также и на месте там обучают. Как практика, что ли. Уже сегодня ходила в новой кофте, она в этой.
Она и подошла нормально, но она, как сказать, немножко вот ворот не прям по ней, чуть-чуть большевато. Он как оверсайз. Ну, не сказала, что она там болтается на ней. И не впритык. Я думал, этот день не закончится. Сегодня такие продажи сказ бешеные. Больше 500 штук единиц. Тюльпаны, кстати, тоже входили в нашу зарплату, то есть продажи сказ. Вкусненько прям поджаристая картошка. Паш, ну и что, Славка-то звонил? Что, Славка? Что, на дачу едем? Ну, сегодня Настя ему подарок покупала, знаешь, какой? Кому? Коси сено, блядь. Настя Славке подарок покупала. Ну, блядь, такая фигня, вот траву покосят, которую задумал-то. Потому... Ну? Ну, я поняла, как он, тример... Ну, она не фигня, электрическая фигня, это она идёт, а пахнет чуть-чуть, это фигня такая, мы там уже раз их видели, я же манго продаю. Нет, она Славке подарок подарила. Так я 23-я, это 23-я. Так это-то общая, дача-то общая. Славка на 8-й ты подарила. Тоже что-нибудь для дачи. Чтобы Настя... Там надо брать дорогу, там насадка специально не меняется. Блин. Это мне Паша Кочегарин сделал, она такая была. Ну-ну-ну. Завтра позвоним ему. Завтра работу больше ничего не знаю. Ты сказал, он отгул берет. Что говорит? Ты же говорил, что отгул берет седьмого. Угу. А как потом три дня выходных у него? Все понятно. О, телефон мне звонит. Ладно, мои хорошие, все, до завтра. Всех люблю, целую. Всех с наступающим праздником. Все, пока-пока.